такой вертеп здесь. Детишки сделали. Ясли. Рождественские, такая картина. Очень красиво. С любовью. Богослужение. Это храм Всецарицы. Служба у нас была сегодня дневная, сегодня же 7 января 2019 здесь, в храме Святой Княгини Елизаветы. Ну что ж, братья и сестры, остается от всей души, от всего сердца поздравить вас с этим светлым, добрым праздником, Рождеством Христовым. Матери всех праздников, как называли этот день, богословы. Потому что с этого праздника начинается все. Так что остается пожелать вам еще мира, добра, благоденствия, всех благ, доброго здоровья. И с праздником! Ну что ж, братья и сестры, остается добавить, что с сегодняшнего дня начинаются святки, святые дни, до самого крещенского сочельника, это до 18 января. А это наша воскресная школа. Еще раз всех благ, всего самого наилучшего, до свидания, пока. С праздником!